Черная пятница продолжается. Цены ниже заводских в сети ювелирных салонов «Аметист». Не веришь? Проверь. А тех, кто продает, для тех, кто покупает. Товары и услуги, скидки, акции, актуальные предложения, ну и, конечно же, новости малого бизнеса. Это рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. Воротничок из бисера под жемчуг украсит и водолазку, и маленькое черное платье. Демократичную альтернативу колье и бусам предлагают в магазине «Гутир». Ажурный накладной воротничок или комплект украшений к новогоднему наряду. Можно и то, и другое. Потому что всего за 200 рублей. Даже вот эти в восточном стиле. Время корпоративных вечеринок еще не пришло. Но стоит позаботиться заранее и о том, чем украсить прическу. В Гутир большой выбор гребней со стразами. Янтарь, нефрит, перламутр, кольца с натуральными камнями – отличное приобретение. И не только для себя. Дарите их прямо в шкатулке. Новогодним презентом могут стать и часы, и диснеевский набор для дошколят. Коллекция из 1000 наименований изделий – все по 200 рублей. Магазин «Гутир» работает на втором этаже бутик-центра. Свинина в картофельной шубе, буженина и грудинка по-селянски, фаршированные кальмары и мясо по-мексикански. И это только новинки горячих блюд к новогоднему столу от «Хлебного дворика». В праздничном меню пекарни-кулинарии больше десятка салатов. Снегурочка, мелодия, подснежник, осеннее настроение, морская жемчужина с красной икрой. Попробовать можно уже сейчас. И заказать до 28 числа включительно. Соблюдайте пост, рождественское воздержание – одно из самых строгих. Составьте календарь питания с хлебным двориком. Здесь предлагают голубцы овощные, плов с сухофруктами, рис с овощами, гречату, брокколи, солянку с грибами. А это стоит попробовать любителям сладкого и сдобного. Кокосовые булочки с карамелью, темным и белым шоколадом, песочное пирожное. Завтракайте с «Хлебным двориком». Творожная запеканка теперь с изюмом и курагой. И не забудьте про хлеб. Здесь покупают батон чесночный, хлеб с зеленью и сыром и багет. Для канапе со сливочным маслом и икрой. К праздничному новогоднему столу. Оригинальный подход и нестандартный взгляд на привычные вещи. Вот что отличает работу клинской типографии. Креатив ее дизайнеров для тех, кто хочет удивить друзей и близких. Самый актуальный подарок к Новому году – календарь. С вашими фото и добрыми пожеланиями. С наступающим. А может быть, это будет мотивационный дневник или история любви. Тема может быть какой угодно, формат любым. От настольного календаря домика до плаката А1. Портрет. Клинская типография предлагает его в двух вариантах исполнения. Демократичная печать на холсте, портретные фотографии и живопись. Портрет кисти известного художника. Солидно? Да. И что называется, на века. Клинская типография поздравляет всех клинчан с наступающим Новым годом и предлагает полноцветную печатную продукцию от одного экземпляра. Изготовление эксклюзивных вещей, способных удовлетворить даже самый изысканный вкус. А это была рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. До следующего понедельника!